Медитация на освобождение от чувства вины, прощение себя. Добро пожаловать в мир любви и гармонии, в мир эмоциональной и физической свободы. Я, Сюзанна, буду вашим гидом в этой медитации. Не слушайте данную медитацию за рулем автомобиля или там, где требуется ваше внимание и участие. Одежда должна быть свободная, не стесняющее тело. Итак, начнем. Позвольте своему телу медленно расположиться в комфортной позиции. Начните дышать глубже и медленнее. Вдох и считаем до четырех. Задерживаем дыхание на счет три и выдыхаем на счет пять. Повторяем такое дыхание еще три раза. Теперь позволим своему дыханию стать естественным. Мы проходим в более глубокие слои сознания, туда, где мы легко можем отдаться воображению. Для этого три раза скажите: «Внутренний мир, внутренний мир, внутренний мир». Вдох глубокий и спокойный еще раз. Представьте, что плывете в небольшой лодке по тихой реке. Теплый летний ветерок чувственно касается ваших волос, кожи. Берега реки покрыты зеленой высокой травой. Солнце светит мягко, звук воды дает успокоение и клонит ко сну. Это река мудрости, покоя и умиротворения. Лодка дрейфует по реке, ее несет легкое течение. Вода отражает лучики солнца, траву, свисающую с берега в воду. Воды реки забирают все негативное и тяжелое, в том числе плохие мысли и тягостные чувства. Посмотрите в воду. Поверхность реки может воспроизвести эпизод из вашей жизни. Тот эпизод, где вас обвиняют в чем-либо, или вы сами вините себя за что-то. Смотрите этот эпизод как в кино. Может, вы увидите не один, а целую череду эпизодов с обвинениями и укорами. А сейчас стоп. Остановите картинку. Пусть она замрет на каком-то моменте, что сейчас вы наблюдаете. Используйте эту паузу, чтобы объяснить, почему вы поступили так, а не иначе на тот момент. Скажите те слова, которые хотелось бы высказать тогда. Попросите понимания или сами попросите прощения.
Пусть все услышат вас, включая ваше высшее Я, Абсолют, который никогда и ни за что не обвинит, что бы вы ни сделали. Теперь наступило время принять и смириться с тем, что произошло. Но, как и все события в жизни, эти даны, чтобы мы научились на них. Все это может быть переведено в новый опыт, который даст возможность стать сильнее и измениться к лучшему. Как только вы поймете это, луч солнца зальет белым светом все, что вы только что наблюдали, и сотрет навсегда из вашего подсознания. Вы остаетесь с новым пониманием и осознанием, очищенной и спокойной душой. Теперь ваша лодка разворачивается и плывет обратно, чтобы высадить вас на берег. Вы можете умиротворенно сидеть в конце лодки и еще раз наслаждаясь необыкновенным видом и красотой природы. Используйте это время, чтобы поговорить с вашим высшим Я, Абсолютом, чтобы осознать, что вы прекрасный, добрый человек, и что каждый совершает ошибки. Никто не совершенен. Напротив, ошибки дают нам возможность улучшить свои качества, духовные или физические, отказаться от старых ограничивающих убеждений. Все растут и учатся с каждым днем. Прекратите обвинять и мучить себя, искупая таким образом вину. Сделайте выводы и двигайтесь дальше, пребывая в мире и любви. Высшее Я, Абсолют, неизменное, чистое, совершенная часть вас. Благодаря ей вы всегда можете восстановиться и исцелиться. Поговорите с вашим высшим Я. Лодка причалила к берегу, и пора выходить. Следуйте моему голосу, пока я не досчитаю до 5. 1. Делаем глубокий вдох и позволяем себе возвратиться обратно. 2. Осмыслите, как эта медитация помогла вам освободиться от чувства вины и наполнить сердце миром и любовью. 3. Почувствуйте свежесть и спокойствие, как только ваш мозг пробудится. 4. Делаем глубокий вдох, наполняем все тело кислородом. 5. Глаза открыты, сердце наполнено теплотой и спокойствием. Проведите некоторое время, просто слушая музыку. Возвращайтесь к чудесной реке всякий раз, когда почувствуете в этом необходимость. Не наказывайте себя. Это не сотворит добра, легкого вам умиротворенного сердца. Пребывайте в мире с собой и окружающими. Мира, добра,
нелюбви вам.